Всем привет, дорогие друзья, с вами снова канал Unreal Игры, и мы продолжаем играть в наш летсплей Атом по Майнкрафту. Ну что ж, это наш шестой выпуск, мы находимся в Нижнем мире, и я потихонечку делаю из каменных кирпичей тут проходик. То есть я хочу более-менее все как следует сделать, чтобы было безопасненько. Тут какая-то адская земля, не знаю, нужна ли она для чего-то, давайте посмотрим. Так, можно песок душ сделать. Интересно, можно. Ну и все. Больше применений нету. Ну, хотя бы на том приятно. Может пригодиться. Давайте ее немножко наковыряем. Как раз таки расчищаем тут площадку нашу. Потому что на адском камне на самом деле опасно бегать. Если тут загореться, то вы не потушитесь никогда. Во. Сейчас тут такую небольшую площадочку сделаем. То есть обезопасненный проход. То есть так-то у меня опасно все. И кварцик даже тут есть. Да, кирка у меня на шелковое касание, так что от этого она и копает долго, но и зато можно вскапывать без потерь. Так. Решил снять этот процесс, потому что это тоже самое интересное. Мы сейчас будем подготавливаться к постройке, можно сказать, фабрики. Фабрики энергии. Она как бы чисто теоретически она у нас уже есть. Но мы будем еще делать. Так, тут у нас нормально. Тут у нас надо еще снять. Ага. Ну, давайте вот так, для красоты, чтобы было красивенько, симметрично. Так, так. И потом мы уже сможем запитывать карьер, как говорится, когда у нас тут будет энергия. Потом, конечно же, надо будет поизучать Нижний мир. Тут очень много всего интересного, нового, которого я даже не знаю. Например, что вот это за штука такая. Сколько серий на нее смотрю, а подойти боюсь. Потому что туда подойдешь, и тебя сожру с потрошками. Так, теперь магической штукой мы строим. Да, у меня там камней много наделалось. Что достаточно хорошо. Так. Таким вот нехитрым образом у нас уже есть дорожка. Так, я тут, наверное, чуть пошире все-таки сделаю, с вашего позволения. Потому что, ну... Три блока, мало ли. Ну вот осветить я что-то никак территорию не могу. Все забываю, потому что у меня-то яркость из-за ночного зрения постоянно. Я думаю, что у меня как бы нормально все время. Я тут, кстати, заменил блоки булыжника наконец-таки до конца. Немножко платформу вокруг оббегала, расширил вручную. Так, тут сейчас давайте тоже вот так сделаем. Оп. У нас такая летающая нефтедобывающая, хотел сказать, лаводобывающая платформа. Наверное, я движки поставлю с этой стороны, значит, платформу с этой стороны будем делать. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хватит нам 10, интересно, или не хватит? Это мы сейчас выясним. Доделаем тут. Так, благо с этой штукой очень легко все делать и непринужденно. Ну тут, наверное, тоже придется расширить, чтобы... Не люблю, когда несимметрично. Или хотя бы просто, чтобы квадрат был. То есть, свободное пространство, на котором удобно работать. Так, и, наверное, я сделаю вот... Как-то вот так. Чтобы у меня были хотя бы... Какие-то эти. Чтобы меня случайно не скинул какой-нибудь упырь. А то такое может быть. Без краев, как говорится, опасно жить. О, уже на что-то более-менее похоже. Там можно, правда, уже ничего не делать. Камень достаточно крепкий. Тут, кстати, криперы есть какие-то. Красные. Они взрываются. Раньше я таких не видел. Но это не из обычного Майнкрафта. Это, собственно, из какого-то мода. Вон там свинюшка какая-то бегает специальная. Так, тут придется вручную, потому что этой штукой тут не получится ставить. Она иначе неправильно, не совсем правильно будет думать, как ставить. Тут единственное у меня светлое место почему-то. А, лава, наверное. Хе. Оно и понятно почему. Вот хотя бак этот сам не светит ни капельки. Что очень странно.
И как вы видите, ни одного монстра нету сейчас. Очень странно тоже выглядит. Так. Качка лавы пока что не идет, потому что вся система у меня только питает только геотермальный генератор, чтобы движки качали. Все как бы. Помпа, она, в принципе, не должна сейчас качать ничего. По крайней мере, я этого и не вижу. Так, ладно, не будем играть с огнем. С лавой. Кстати, тут кристальчики есть. Что тоже хорошо, но их надо аккуратненько добывать. Как вы помните, плохие эффекты накладываются, если вы в нижнем мире. Это тоже стоит заметить. И больше нет у меня. Ну ладно, тогда вот так сделаем. Оп. Так, платформа готова. У меня один магмовый генератор есть. Еще надо сделать минимум таких. Побольше надо сделать и посмотреть, сколько их вообще нужно. Я просто не помню, сколько она дает в Майнкрафт джоулях. Потому что для карьеры нужно там примерно 10 или 20, да? Затик, чтобы он как следует работал. А для этого я не помню, сколько нужно. Только, то есть с этих. Так, смотрим, как их сделать. Инвар, инвар, инвар. Серебро. Так, еще раз. Инвар, 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 серебро. Только инвар и серебро. Инвар, серебро, железо, редстоун. Ага. Так, сейчас посмотрим. Ага, инвара мало. Никель. Как инвар делается? Еще раз сейчас посмотрим. Так, значит, а, два железа и никель. Ага, ну это у нас должно быть. Да ну нафиг. У нас нету железа измельченного, охренеть. Ладно. План Б. Так, сейчас мы выложим адский камень. И вот эту требуху тоже пока что скинем вот сюда. Так, ладно, инвар, инвар, инварович. Может быть, он у нас там есть, потому что я там тоже переплавлял много всего. Хотя инвар это смесь, так что его, наверное, нету там. Конечно, есть вероятность, что он из чего-то выпал с какой-то вероятностью там. А есть тут такая вероятность, то есть тут есть шанс, что излишек будет там определенный процент. Так, 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 никель. Никель, 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 нету что надо. Так, ладно, сейчас железико положим, оно быстренько переделается. Соберем. Медный слиток. А, ладно, бог с ним, пускай лежит. Пока мы редстоун туда перетащим. Смотрите, площадка цивильная какая. Вот тут у меня двигателя будут. Потом как-нибудь приукрасим это все дело. Будет отличненько. Вот факелов у нас вообще нету. Нужно факела сделать. Срочно. А в планах много всего интересного. И грандиозных построек. Тоже надо будет сделать схему небольшую себе в креативе. Ну, именно, имею в виду в том, то, что... Что это, ночь, что ли? А я думал, день. Да. Надо будет в креативке просто набросать набросок, что я хочу построить. Так, значит, это мы выкладываем. А, тут не получится так выкладывать напрямую, так что по одному. Так, сейчас сделаем вот из редстоуна. И... Серебра. Почему серебра всегда так мало, я не понимаю. Я его сотнями пережигал, нет? А, ну сотнями не пережигал, значит. Так, пускай серебро... Пускай серебро жгется тогда. Булыжник-то у нас делается, пускай тоже пережигается в камень. Но серебро нам тоже нужно, как говорится. Ну да, вон оно делается потихонечку. Так, никель есть... Ждем, 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 как говорится. Так, это получается на 12 двигателей хватит, да? Да куда, куда, где мои все ресурсы-то? Я ж помню, столько железа пережигал, тоже очень много. Куда оно делось, все непонятно.
Возможно, я его в системе оставил там только что и не видел. Тоже возможно. Вот, кстати, серная руда. Желтенькая такая. К слову, так. Если кто не знает, то в Нижнем мире очень полно всяких руд. Даже стальная есть. Во. Хотя сталь в природе вроде она так не встречается. Даже вроде как бы сплав получается, нет? Мне кажется, это сплав. Так, железо вот есть чуть-чуть. Не понял. Есть, вот он и никель, и железо. Сейчас мы смеси сделаем. Значит, два железа, один никель. Получается инваровая смесь. Так, сколько? Нормально. Печка, печка, печка. Положим вот так, пускай пережигается. А это мы сверху. Никель это есть, инвар есть, железо есть. Ну-ка. И инвар у нас тоже пошел теперь. Так, можем сделать первые шестеренки инваровые. Не понимаю, почему, правда, инвар именно только нужен. На две шестеренки у нас хватает. Это уже один двигатель, считайте. Также можно инваровые ножницы сделать и прочие инструменты. Ну, он вроде как крепкий металл считается. Так, так. Да, долго это все дело будет делаться, на самом деле. Хотя бы спасибо на том, то, что это аппараты очень быстро работают из термоэкспеншена. На том тоже спасибо. Ты я взял. Давайте сейчас еще, что у нас наковырялось, возьмем. Это выложим сюда, пускай лежит. Да, железо есть. Ну ладно, пока оно работает, тут в подгруженном чанке мы отправляемся на базу и сейчас попробуем построить движок. Ну, то есть тут у меня эти печки работают, а я сейчас приду сюда, переплавлю тут, в индустриальных. Правда, они тоже очень долго хреначат, индустриальные. Ну, из индастриала. Такс. Штуки электропечь у нас это серебро переплавляет, это пускай железо переплавляет. Так, так. Это есть. Смотрим, смотрим. Магмовый генератор. Редстоун сейчас взять, и все у нас есть. Хотя, может, так прям попробовать сделать в этой. Так, шестеренки. Эта штука, инваровые слитки. И магмовый движок. Чего не хватает? А, палки. Вот он, первый магмовый движок есть. Ну ладно, так, давайте сделаем вот так. Инваровый, раз, два, три, четыре. Так, ладно, хватит тогда нам. Давайте еще тогда две шестеренки сделаем, еще один движок. О, он тут уже есть один? Хм. А, ну у меня один был, да, точно. Что-то я вообще. Так, железика и получаем две шестерни. Даже четыре. А на больше у нас инвара нет пока. Но сейчас будет. Так, редстоунчик есть. Только инвар нужен. Самое хорошее то, что тут не нужно дурацких поршней, там еще каких-то рецептов. То есть тут все достаточно просто. Наковырял себе инвара, то есть железо и никеля, и у вас, считайте, все есть. Редстоун и серебро. То есть четыре составляющие. Достаточно просто. И потом сейчас вот тут их поставим. Так, 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 так. Что у нас тут? А у нас тут все перебололось или как? Ну, у нас почти все тут готово, так что мы пока что сделаем еще движков. На самом деле, чем больше таких движков будет, тем лучше. Магмовый генератор. А че ему не хватает, я не понял. Редстоун есть. Инвар и... А, нет, редстоуна нету. Понятно. Теперь все ясно. Редстоун у нас тут, к счастью, остался в огромных количествах. Так, а теперь? Теперь аж на еще два магмовых двигателя получилось сделать.
Так, теперь переплавляем железо. Нужно вместо булыги, пускай железо плавит. Булыжник потом переплавит, пускай. Железо нам в данный момент нужнее. Так, пускай это... О, откуда у меня еще лишнее? А, наверное, не доложил просто все. От этого и оно плюс еще тут появляется. Так, ну, давайте еще одно. Все, хорош, нам хватит пока что этого железа. Вполне. Так, 5, 5, 6, наверное, это получается... 3. Вот так сделаем. Поскольку нам нужно, ну, то есть еще 4 движка. Если у нас, конечно, всего хватит. Да, все, у нас 8 движков. Сейчас вообще все прекрасно. Можно попробовать их подключать. Где-то у меня все мое оборудование. Это трубы. Где мои трубы-то, алло? Вар, железо. Где-то оно у меня тут валялось, я же его скидывал. Вот она, красная энергетическая труба. Потом что, ну рычаги, наверное, не нужны будут, эти моторы, они так могут работать. Ключик есть. Тессеракт поставим один рядом. Так, один. Потом, наверное, надо будет с чистотой разбираться. Так, ладно. Надо будет как раз разобраться вот с этим всем. Может, прямо оттуда потом откачивать начать? Не знаю. Ставим как-то... Раз, два, три, четыре. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Пока пускай вот так, наверное, стоит все это дело. Тут у нас будет вот так труба. Как бы трубу сделать вот так, наверное. Лава будет подходить где-то сбоку. Тут где-то тессеракт будет стоять сейчас. Так. То есть в него будет вся энергия вливаться. А режим предметов нет. А режим жидкости нет. Режим энергии... А он будет только передавать. Видите, стрелочка от него. Стоун всегда включена. Все. А в него энергия будет подаваться, как только мы все это включим. Тут ставим, чтобы работало без редстоуна. Так. Так, и нужно сейчас будет еще протянуть трубы. Так, ну пока тут эта штука вроде полная, хотя... Я даже не знаю, как сейчас сделать. Если блок убрать, оно... Хотя, кстати говоря, тут такая тема, если один блок убрать, то вы не потеряете все, что у вас было. Там какой-то определенный лимит есть. Если напрямую вот отсюда сразу пустить, можно и так сделать. Но вообще, тема такая, чтобы сверху из клапанов, что ли, выкачивать лаву. Или давайте наоборот. Сейчас вот это вот все пустим вот сюда. Что нам нужно взять еще? Нам, наверное, нужно взять только сам карьер. И он у нас будет ковырять. Но это уже, наверное, в следующей серии мы сделаем. Вот такая вот у нас уже система энергии, которая будет работать на лаве и передавать все в тессеракт. А все остальное мы разберем уже в следующей серии. Поставим карьер. Так что на этом все. Надеюсь, что вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, приглашайте друзей на канал. Всем пока!